Сегодня гитарный батл, жесткие наказания, именитые судьи и настоящие вжаривания. Всем привет! В этом видео гитарный батл с гитаристом-профессионалом, как вы и просили. Ты просил? Я не просил. Я не просил. Я не просил. Короче, гитарный батл с гитаристом-профессионалом Никита Неделько. Никита Неделько. Играет на гитаре 21 год. С отличием закончил Академию имени Гнесиных. Лауреат более 20 всероссийских и международных конкурсов. Пятикратный стипендиант премии президента РФ. Ну и немножко обо мне, но вы и так все знаете. Паша Аксенов. Ютубер. Более 1 800 000 подписчиков. Также является лауреатом более 7 международных и всероссийских конкурсов. Сегодня будет 5 раундов, в которых мы выясним, кто из нас круче. Ну а чтобы все было честно, у нас сегодня жюри будут. Антон Коваленко, блогер, ютубер, музыкант. Валентин Фокин, канал «Вджобыватель». Более 3 миллионов подписчиков и... И мой сосед. И просто Борис, просто Борис. Кстати, ребята, в конце этого видео розыгрыш гитары от Никиты, поэтому досмотрите до конца, все подробности в конце. Очень крутой розыгрыш. Правила батла. Гитаристам предстоит состязаться в 5 раундах. Каждый раунд — это отдельное музыкальное задание, которое показывает, у кого мощнее прокачан навык владения инструментом или своим голосом. Гитарист, показавший наилучший результат, получает 1 балл. Проигравший выполняет наказание. Также проигравший по итогам 5 раундов выполняет особое наказание. Так, первый раунд — классическая музыка. Я думаю, у тебя больше шансов, потому что ты занимаешься классической музыкой уже, получается, 21 год. 21 год, да, с 6 лет. Я думаю, у меня мало шансов, но давай попробуем. Получается, если классическая музыка, то сначала ты играешь, потом я на твоей же гитаре. Ты не против? Давай, хорошо. Окей. Первый раунд — классическая музыка. Можно мне мое наказание? Так, ладно, я так, моя очередь. Так же можешь? Можешь, чтобы мне было тихо? Но... Можешь так же. Давай, я могу вот в конце вот этот. Ладно, оставим. Я сыграю Мерца, Тарантеллу. Что же скажут наши уважаемые судьи? У нас на самом деле очень четко получается, что ты по гитаре можешь осудить их, а ты можешь по звуковой части, может быть, по экспрессии. А Боря... Финальную точку поставить! Боря пришел послушать музыку. Паш, при всем уважении, в некоторых местах у тебя были косяки, а у Никиты просто идеально. Действительно, очень впечатляюще. К сожалению, боюсь, что в плане классической музыки.
Но я думаю, ты дальше отыграешься. Хорошо, но я не могу судить саму игру, потому что я не профессионал в этом плане, но в любом случае, потому что я увидел, как дергались ваши пальцы, назовем это так, но у него произведение было намного сложнее, и ну, мне оно понравилось больше, поэтому извини. Пришло время вынести вердикт. Я не имею музыкального образования, и когда я пробовал писать музыку, все друзья говорили только не это. Я буду краток. Победил Никита, потому что его произведение сильнее проникло в мое сердце. Наказание! Наказание? Блин, точно! Наказание! Самое интересное. Итак, наказание для проигравшего в первом раунде. Да ну. Название наказания — отчаянная мера. Выложить фотку в ленту Инст с подписью «Я, мы, Дзюба». На фотке ты голый, прикрываешься фоткой, кнопкой Ютуба. Успех! Вы что, прикалываете? Ты сам это фоткать будешь, Паша, с этим или как-то? Паша, я тебя могу сфоткать. Игра на гитаре так сближает, оказывается. Да-да-да. Ну что, погнали делать фотку? Но сначала... Я хочу сказать вам, что до Нового года остался всего один месяц, и я просто обожаю Новый год, а также дарить и выбирать подарки, и я просто не могу не поделиться с вами тем, что я нашел. Я лично уже на одном дыхании собрал несколько интересных моделей. Это сейф с трехходовым замком, он реально работает, тут можно ввести код. Пистолет, который стреляет резинками, это вообще... И заводной кабриолет. Я 100% подарю своему папе модельку корабля, он такое любит и точно оценит запах дерева во время сборки. И как итог, стильное и классное украшение для новогоднего интерьера. Конструктор Югирс — это идеальный новогодний подарок, который подойдет для всех возрастов любого пола. Для парней автомобильная и морская тематика, а девушкам шкатулки с секретом, кареты и невероятные цветочки. У Югирс абсолютно все модели подвижны. А полностью механический деревянный поезд, как вам такое? Все это работает без какой-либо электроники, чисто механика, шестеренки и резиномотор. Просто собери их своими руками, и они оживут. Друзья, магазин yougearsrussia.ru — официальный дистрибьютор Югирс в России. Сейчас у них на сайте проходит масштабная распродажа, и у вас есть шанс закупиться новогодними подарками по огромным скидкам. Промокод и ссылка на Югирс в описании. Нет, серой кнопкой. Да нет! Да? Она слишком маленькая. Серый, серый. Написано золотой кнопкой. Не написано. Написано просто кнопкой. Написано просто кнопкой. Я имею право взять золотой. Ты что, не написал серый? Ах ты, тебе повезло просто. Это побольше, да. Все, ждем фотку. Прикинь, ты бы проиграл. Не, на самом деле, ребят, я сейчас просто не представляю, что ждет меня, потому что вряд ли меня сюда пригласили, чтобы я все 5 раундов выиграл. Меня что-то ждет определенно сложное, и так что я следующий. Меня просто, я уже начал потеть просто. Что меня ждет? Ну что, сложно было? Нормально же было все. Все хорошо, не страшно, не больно. Если вы не успели заценить эту фотографию, вот там, где она была выложена очень долгое время, то прямо сейчас у вас есть возможность перейти по ссылочке. Инстаграмчик вот, вот здесь вот посмотрели, записали и перешли. Второй раунд. Фингерстайл. Ну, или фингершпокинг. Кому как удобнее. Так, ну что, едем дальше? Фингерстайл. Я надеюсь, здесь у меня хоть больше шансов будет, чем в классической музыке. Кто из нас первый? Раз, два, три. Да, я думаю, Believer — отличная песня. Это произведение я разобрал вчера ночью, буквально 13 часов назад. И я надеюсь, у меня получится его нормально сыграть.
Я думаю, нам можно даже не совещаться. А у меня вопрос. А фингерстайл чем отличается? Одновременно играешь мелодию и аккомпанемент. И у вас же фингерстайл, кстати, с перкуссией. Да. То есть еще и перкуссию. Это все было, да? Хорошо. Ну, в общем, мне понравилось, как было у Никиты. Правда, понравилось. Но, камон, у Паши было более эмоционально, потому что он этим постоянно занимается. И самое главное, в плане техники, конечно, у тебя было сложнее. И тэппинг был, и перкуссии было больше. Ну, в общем, тут очевидная победа Паши. Но мне понравилось оба. А я могу сказать с уверенностью то, что тут победил... Не Никита. Вот, ну, прям намного сильнее по вот этому всему, по всей этой истории. Ну, прям круто. Я понял, почему девчонки любят гитаристов. Как по мне, у Паши было более сложное произведение. Более эмоциональное. Отдаю победу Паше. Да, правда круто, да. Паша, правда, здорово. Я выслушался тоже. Наказание. Классно, классно. Блин. Данный раунд отдаем победу Паше, а наказание отдаем Никите. У меня нету серебряной кнопки и золотой тоже, так что... А, все, я читаю, да? Да, да. Наказание давай. Называется «Поддай жару, а вложить под губу чайную ложку васаби». Чайную ложку? Чайную ложку васаби. Несите васаби, несите чайную ложку. Я желаю тебе удачи. Мне кажется, я уже не буду прежним. Нет, это... Кстати, оно не очень жесткое, это... А, нет, это как раз жестко. Я перепутал. Блин. Так, все разойдитесь, я вот сейчас туда побегу. А ты выбрал губу под нижнюю или под верхнюю полосу? А под какую лучше? Я не знаю, я не пробовал. Блин. Ни разу такого в жизни не делал. Не настраивай себя, что ты куда-то побежишь. Может, все не так плохо. Это... Давай еще. Че, не, еще реально? Не торкнуло? Вообще? Ну тогда глотай, че. Сейчас за дверь выйдет, просто уйдет. Скорее всего, он просто сыграл на камеру. Ты сыграл на камеру? Блин, ребята. Это давайте было... такой же ему раунд теперь. Это было жестко? Повторим. Я больше не проиграю. Подожди, а поначалу было не жестко? Поначалу не жестко. А в каком момент? Поначалу я вообще ничего не почувствовал. У меня коронавирус, походу. Да! Наказание. В какой-то момент начало жечь, прям нереально, да? Да, потом все началось. Жесть. Ну, хочешь, можешь попробовать. Не, расспрашиваешь. Я верю. Третий раунд. Импровизация. Импровизация? Да. Мы задаем тебе какую-то тему, настроение, допустим, ржавый кирпич, и ты должен ее оформить музыкально. Импровизация на тему ржавый кирпич? Оформить музыкально? Ты учили импровизацию? А? Ты учили импровизацию? Нет. Шагу, которую мы даем. Ну, сейчас будем импровизировать. Мы будем давать какую-то эмоцию, странную эмоцию, а вы должны будете ее обыграть. А могу я просто раз придумать какую-то красивую мелодию, все? Ну, если она будет соответствовать тому, что хорошо. Мы скажем, то пожалуйста. Хорошо. Эмоцию, да? Да? Которую нужно сыграть на гитаре. Да. То есть я сейчас... То есть ты хорошо. Представляешь, как вообще играются эмоции на гитаре? Ну, вот я сейчас что какую-то скажу и проверю, как это работает. Я, например, хотел бы эмоцию такую, как будто ты что-то нехорошее делаешь, да? И тебя спалили в этот момент. Все? Такая? Так, нет, подожди, импровизация. Я случайно. Как будто тебя спалили, но тебе это понравилось скорее. У меня вопрос. Похвалили, да? Возможно, то, что я задал, это вообще невозможно исполнить. Я просто не шарю. Возможно, мне стоит что-то другое перезагадать. Нет, потому что я сейчас... оно... Нет, на самом деле все было логично. Нормально? Мы проверяем их, да? Способность. Ну, было сложно. Ну, а как? А вот как хочешь. Я не знаю. Так, значит, эмоция, да, которую я делаю что-то нехорошее, и меня замечают, и мне от этого стыдно. Да? Ну, они важно, что тебе от этого. Просто я просто заметили. Да. А, меня заметили. Mm-hmm. Хорошо. Спалили за делом.
Это было сложно, ребят, это правда было очень сложно. Так, ну это только первая эмоция, да? Я недавно у себя на канале чуть не задохнулся в ролик и даже не вырезал это. Ну, сыграйте в душе. Ты первый. Да, ты первый теперь. А у тебя есть время подготовиться? Проблема в том, что ты дышал в этот момент. Как бы не то. Ты успел придумать? Давайте тогда эмоцию истерика, пускай будет просто. Истерика. Угу. Давай, начинай. А давай я первый начинаю один раз, и ты первый один раз. Теперь давай, на суефа, ты первый. Раз, два, три. Импровизация, я не знаю, какая она может быть. Как-то так. Хорошо. Так, надо голосовать сейчас, да? Нам надо как-то выбрать. В общем, за три эмоции кого бы ты выбрал? Кто победил? Первая эмоция – Никита. Вторая эмоция. А вот насчет второй и насчет третьей я, наверное, отдам предпочтение Паше. Не знаю, почему-то меня как-то больше пробрало. Я скажу то же самое. Вот первая эмоция была точно за Никитой, а вот дальше... Ты был лучше хотя бы тем, то, что музыкальнее было. То есть у тебя были просто, ну, мало было самой игры музыкальной. То есть вы же гитаристы, не просто шуршите по-разному. На мой взгляд, как ни странно, я точно так же для себя решил, что в первом раунде выиграл Никита. Во втором, если оценивать именно импровизацию, на мой взгляд, победил во втором и в третьей эмоции победил Паша. Вот, поэтому... Наказание! Да блин, а какая-то я, да? Может, по очереди? Я этого не вынесу. Паш, прочитай, пожалуйста, наказание. Жидкие тапки. Надеть бахилы с жидкими яйцами и сидеть так весь следующий раунд. А чё так много-то? А чё так много? Нормально, по 4 в каждом. Нифига себе. Надеюсь, они не тухлые, а? Не-не-не. Так, ну давай, лей. Кто придумывал эти задания? Надо бахилы играть, сразу разбирать. Сегодня столько вещей, которых я не делал ни разу. Жень. Готов? А это полезно хотя бы? Да, это маска для ног. Простите меня. Приезжай, поиграем на гитаре. Я сам не ждал, Никит. Я тебя не виню, Паш. Are you ready? Давай. Это мы вырежем. Как ты по ладам попадаешь, а? Это ужас. В принципе, можно делать омлет. А моё задание следующее будет это всё выпить, да? Четвёртый раунд. Вокал. Так, четвёртый раунд — спеть песню. Задание с вокалом, я думаю, спеть песню любую. Как я уже узнал, Никита... умеет петь. Никита закончил консерваторию, или скорее академию. Закончил академию музыки. Раз, два, три. Ну, погнали. Ладно. Так, сейчас можно чуть повторю? Так, ну, ребят, надо отыгрываться. Сейчас надо что-нибудь будет такое вжарить нормальное. И...
ехали на тройке с кубенцами. А вдали мелькали огоньки. Эх, когда бы мне теперь запали, душу бы развеять от тоски. Можно я сразу выполню наказание? Многие могут подумать, что я не хочу петь, и окажутся правы, но я просто пою низко и тихо, и как будто бы так задумано. Я не был вообще... Так, ладно. Я солдат и не спал 5 лет, и у меня под глазами мешки, я сам не видел, но мне так сказали. Я солдат, и у меня нет башки, мне отбили ее сапогами. Йо-йо-йо, комбат орёт, разорванный рот у комбата, потому что граната белая вата, красная вата. Все. Это ужасно. Нет, серьезно. Что я могу сказать? Все, давайте. Паша так сильно смущался, спел в ноту. Он один раз, по-моему, косихнул. Ну, по крайней мере, насколько я слышу. Ну, естественно, тут даже будет поспорить. За эту песню балл получает Никита. Потому что и экспрессии больше, и произведения лучше выучены. Ну, и в целом звучало более убедительно. Естественно, ты получаешь от меня поддержку, потому что хорошее произведение, уверенно спел, все четко. Ну, тебе, да, несмотря на то, что ты выбрал правильную песню. Боря, на самом деле, Боря, как договаривать? Все не так однозначно, как вот у ребят. И, ну, лично мне, все-таки, честно скажу, больше понравилось, как сыграл Никита. Блин! Он вложился в это произведение. И точно так же, как и вложился ногами в бахилы с яйцами. И это ему не помешало, поэтому балл переходит Никите. Итак, наказание. Выбрить всю левую руку станком. Полностью. Нет. Да в прямом, это нельзя. Почему? Мужественность твоя пострадает? Вы не поймете. Не, мы еще думали бровь, но это жестко, да? Это жестко. Не. Да, лучше руку. Давайте. Хорош! Как ты его прогнул, господи! Мои бедные волоски. Сразу такой белый. Покажи. Давай сравним руки. Давай. Слушай, ну без волос поприкольнее, я тебе скажу. Ставьте 1 000 000 лайков, и тогда мы побреем Пашу всего. Бонусный раунд. Композиторство. Участникам необходимо за 15 минут сочинить мелодию. Далее битмейкер наложит на нее бит, и судьи решат, чей трек лучше. Сейчас они будут показывать себя в качестве композиторов, а это большой труд. И сейчас они должны будут придумать песню, записать ее. После этого они отправят ее битмейкеру, он наложит свои биты, сделает общую канву, и потом уже мы будем все это дело слушать. И обязательно пишите в комментариях, чья песня вам нравится больше. Очень важен ваш голос. И в следующем выпуске мы вместе с вами примем решение и... кого-нибудь накажем. И определим победителя. Будет учтен не только наш голос, но и ваш. И в следующем ролике на канале Акстара вы увидите результат с очень жестким заданием. Никита там
там уже записывает свою мелодию, и я слышу что-то такое восточное, и как мне кажется, он выбрал не тот путь, потому что он запаривает это делать слишком сложно. Как мы знаем, для современной кочевой музыки нужна простенькая мелодия, и сейчас я попробую ее придумать. И раз Никита делает что-то восточное, я тоже делаю что-то восточное, а точнее, что-то японское. Никита уже записал свою часть, я уже что-то накидал, послушайте. Мы с Никитой идем вровень, еще 2-2, и сейчас вы услышите два бита, мой и Никитин, и мнение жюри. А после этого вы можете вынести свой вердикт и проголосовать в комментариях за меня, либо за Никиту. И именно вы выносите финальный вердикт, и тот, кто проиграет, выполняет наказание, и, следовательно, определяем победителя по вашим голосам. Финальный вердикт. Тестим первый биточек. Качнул момент, качнул. Биточек номер 2. Восточные мотивы. По моей версии побеждает биточек номер 1, потому что там хотя бы что-то меня качнуло, а здесь меня ничего не качнуло. То есть у биточка номер 1 в 2 раза больше шансов попасть в мой плейлист. Послушал я оба варианта, и, честно сказать, достаточно сложно сделать выбор, потому что работы обе хороши. Я могу сказать одно, мне больше понравился первый вариант. Исключительно потому, что он более понятный. Тут есть завязка, развитие действия и финал. Все ровненько, все классно, поэтому мой голос отправляется первому. Мне определенно больше понравилась первая мелодия. Вторая мелодия, она, ну, такая, самодостаточная. На ее фоне либо бит теряется, либо теряется она сама. Короче, первое. Так, ребят, хочу сказать большое спасибо Никите за то, что он поучаствовал в сегодняшнем видео. На самом деле, очень круто играешь. Спасибо, Паша, прям... за приглашение. Было, да, здорово. Было очень круто. Спасибо. А по поводу розыгрыша. Итак, розыгрыш гитары и струн от Никиты. Итак, друзья, победитель получит вот эту прекрасную гитарку. Это самая продаваемая гитара в мире, Yamaha C40, очень круто звучит, так что ее обладателю действительно повезет. И также мы разыграем 5 комплектов струн Daddario Carbon. И также 5 победителей получат их. Итак, у нас получается будет 6 победителей, 1 победитель получит гитару, и 5 победителей получат по комплекту струн. Вот. И все, что вам нужно, чтобы участвовать в этом розыгрыше, это подписаться на инстаграм Никиты и мой инстаграм. Вот, кто не подписан, может быть еще. Значит, в конце следующего видео мы узнаем победителей. Подписывайтесь просто на инстаграм Никиты и мой инстаграм. Ребят, если вам нравится это видео, то просто поставьте лайки. Но если мы наберем 150 тысяч лайков, то мы сделаем из этого видео рубрику и гитарный батл, и в котором может участвовать каждый из вас, и это будет очень крутое шоу. Поэтому просто поставьте лайк. Также большое спасибо жюри, ссылочки на их каналы в описании. Я думаю, на этом все. Спасибо за просмотр, спасибо Никите. Всем пока.